20 лет уже я говорю людям, что стану президентом России. 20 лет я иду к этому, получил высшее образование. Вот сейчас мой сын снимает это. Там дочь моя. Вон там еще два пацана. Иди. И 20 лет я людям объясняю, что у нас нет никакой демократии в нашей стране. Никогда, ни при каких условиях простой человек, вот такой как я или как мои дети, не могут стать президентом. Это все ложь, это все обман. Многие знают, как я отношусь к Алексею Анатольевичу Навальному. Я не считаю его лидером, мне не нравится то, что он делает, я считаю его мошенником. Но впервые мои мысли совпали с его мыслями. Это не выборы. На такие выборы лучше не ходить. Это я и вся моя семья, моя жена и мои дети на такие выборы ходить не будут. Поэтому мы поддерживаем в этом смысле Алексея Анатольевича. И я пойду наблюдателем на избирательный участок и буду ловить за руку этих мошенников, которые из выборов делают непонятно что, шапито. Спасибо.